Вон там вот походил, где зеленая трава. Какая-то постройка, видать, была раньше. Металлолома накопал. Вот столько получилось. А сейчас предлагаю пройтись вот здесь, вот монеты поискать. Потому что в прошлый раз я вон там вот ходил за забором. Нашел две медные монеты и два крестика. Поэтому вполне возможно, здесь тоже будут какие-то находки. Что найду, покажу. Возможно, здесь когда-то жили люди. А может быть и нет. Копать я буду все цветные сигналы. И прямо рядом с машиной первый цветной сигнал. Где? Вот. 58. Может быть что угодно. Проволока. Советская монета. Чешуя. Судя по тому, насколько короткий сигнал. Хотя немножко кидает чернину, поэтому может быть и ржавая железяка. Все сигналы я, конечно, снимать, показывать не буду. Но вот первый засниму. Так, выкопал или нет? Вот в чем вопрос. Где? И пропал сигнал. Прикиньте. Выкопал и пропал. А нет. Уже VDI поменялся. О, вот. Короткий сигнал, похоже на монету. Но может быть и маленький кусочек алюминиевой проволоки. Ну-ка, 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 где это? Где ты? Ничего, чё? А, во, проволока, видали? Да, зря снимал видео, ребята. Это первая находка. Ну, а дальше буду снимать только ништяки. Если, конечно, они будут. Должна быть пробка. Ну, бывает и конина так бьет. Разные конины бывают. Бывает, как медные монеты бьет некоторые конины. Так, а это на что будет? Ну-ка, интересно. Где ты? Где, где, где? Че? Че ты? Где ты? А, во. Крышка от пенициллина. Бывает и такое. VDI 52. Какой-то маленький нефтесек. Что это может быть? Что это? Какая-то кругляшка просто. Я думал, серебришка какое-то. Нет, просто какая-то кругляшка с дыркой внутри. Ох, нашел ключ. Вот такой вот. 12 на 14, наверное. Не сломанный, смотрите. Почистить, зашкурить. И пользуйся. О, первый нормальный сигнал. Четкий, VDI не пляшет. Не похоже на проволоку. Если и проволока, то вообще маленький кусок какой-то. Что-то интересное должно быть. Где? Там же. Не выкопал. Может быть, пробка, конечно, тоже. 60 у нас. Что у нас 60? 2 копейки бывают советские. Нет, это 62, что другое. Проволока, вот что это. Ого! Прямо наверху лежит какая-то железяка. Опа! О! Находка. Первая нормальная находка. Прям, правда, без металлоискателя. Прямо наверху лежала. Теперь придется засунуть в карман и таскать с собой. Опа! О! Какой интересный гвоздь нашел. Но сигнал был, конечно, не монетный, а такой мощный прям. Блин, как новый, а? Ух ты! Так. Ну что? Прошел час времени. И какие результаты за час? Вот первый ништячок. И куча такого вот мусора. Копал я, как уже сказал, все цветные сигналы. А из монет, ребята, сейчас покажу. В принципе, как-то я уже показывал. Во! Да, ребят, ни одной монеты. Не то чтобы нет монет, ребят, даже сигналов медной монеты не было, ни одного. Но с другой стороны, прошелся я здесь только вот так вот и все.
Хотя прошлый раз, как я уже сказал, ходил там же, так же, немножко туда-сюда и прошелся. И то умудрился найти. А, даже я кольцо нашел, ребят, тогда. Какое-то латунное вроде, но тем не менее нашел же. Конину нашел. Две медные монеты, два крестика, да. А сейчас, ребята, ничего интересного. Ну, кроме вот этого гвоздя большого, да.